Да, поехали. Меридиан Энерго и Сбербанк Технологии. Сбербанк Технологии в желтых манишках сегодня серьезно обновленным составом. Ну, команда все та же. Вот, начинает она не с чистого листа. 7 матчей уже она провела в наших соревнованиях. 3 очка набрала. Сегодня первую свою игру проводит. Всего проведет 3 поединка. Помимо Меридиана им сегодня встречаться с «Газпром Энергохолдингом» и с командой «Спецсвязь». Пиджама. Неплохая контратака у «Сбертех». Практически 4 в 2 сейчас она была. «Меридиан» сегодня отличную игру провел. 2-0. Четко раскатал Московский банк Сбербанка России. 2 стремительные комбинации. Настоящая классическая атака Меридиана лучших своих сезонов. От этой игры не будем ждать высокого темпа. Его однозначно не будет. Будет строгий позиционный футбол. Мяч будет в основном у Меридиан Энерго. Здесь все понятно. Они, безусловно, являются фаворитами, несмотря на то, что в турнирной таблице до начала тура находились недалеко от Сбербанк Технологии. На 2 очка больше имели. Пока слишком расслабленно действует Меридиан Энерго. Чувствуют, что могут забить в любой момент, поэтому силы особо не тратят. Им еще сегодня против спецсвязи играть. Вот там действительно силы понадобятся. Пиджама. Довго не ошибся в передаче, довольно простой. Ну, захромал, неудачно выступил. Угловой. Зарабатывает Меридиан. Удар головой, ну, на метр выше цели.
Сбертех обновленным составом. Но он начинает показывать, что понимают друг друга футболисты. Каждый приблизительно понимает, какую работу должен выполнять. Игроки не дублируют друг друга по позициям и по обязанностям. Джама, Воробьев, мимо, но получает аплодисменты. Мечта Карима Бензема. Вот еще один хороший заброс на столба. В принципе, тактику Сбертеха мы поняли. Два в три. Атака желтых. И вот первый стандарт Сбертеха. Разыгрывают довольно бесхитростно. Ну, здесь мяч надо было оставить, конечно, Батарю, раз он показывал, что выходит из ворот и сам готов его забрать. Отбор получился у Воробьева. Ну, в целом выравнивают количество опасных моментов игроки Сбертеха. Конечно, у Меридиан Энерго виден запас. Но хватит ли времени, когда уже нужно будет забивать? Помнил сейчас арбитр Сбертех, что тайм-аут можно взять только один за игру, поэтому надо его приберечь до более тяжелых времен. Сейчас пока силы есть, через минуту и 50 секунд будет и так перерыв между таймами. И вот попадает в очень неприятную ситуацию Меридиан Энерго, когда вроде бы запас мастерства, опыта и сил есть, а теперь оказываются они в роли отыгрывающихся. И сейчас мы узнаем, а был ли этот запас, или только это было наше предположение. Один-ноль в пользу Сбертеха. Вот перехват мяча. Отыгрывает назад. Свободный удар. Без фола. Сыграли с вратарем до того, как мяч пересек центр, поэтому свободный удар был назначен. Классный перевод головой, с лету удар. Нет, прибавил Меридиан Энерго.
видно, понятно. Но одно дело начать играть, другое дело забить. Это одно не всегда следует за вторым. Перерыв сейчас. Подожди. Второй тайм начинается неожиданно при счете 1-0 в пользу Сбербанк Технологии. Но через 3 секунды после начала у нас Меридиан сравнивает счет. Собрались, начали играть и, конечно, забили. Посмотрим, что будет дальше. Еще пара игроков появилась у Сбертеха. Теперь на скамейке находятся два футболиста. Нужно будет ротировать состав. Смотреть, кто лучше готов, морально и физически. И Слёта не стал бить Довганя, мы ждали. Нарушение правил, довольно жесткая атака сзади. Запрыгнул сейчас на игрока, как на коня. Удар Мутаева мощнейший. Рядом со стенкой мяч пролетел. Счет 2-1. Плохая комбинация желтых. Пиджама. Таев. Здорово, что Сбертеху удалось забить. Во-первых, новый состав почувствовал уверенность в своих силах. Во-вторых, это наконец-таки разбудило Меридиан Энерго. И вот два забитых мяча мы увидели. Сейчас довольно высокий темп, при том пытается его навязывать Сбертех. Меридиану приходится на него отвечать. Третий игрок появился на скамейке. Сбербанк Технологий. Тяжело дается выход из обороны в атаку. Видно, что сегодняшний состав Сбертеха довольно быстро сыграется и не просто будет Газпром Энергохолдингу и спецсвязи против них выступать. В отборе оказывается Сбертех. Давай!
джама. Двоих разыгрывают контратаку Меридиан. Пас не дотягивают. Меридиан вот уже несколько минут владеет преимуществом по счету и снова начал играть в полсилы. Ну, один раз их наказал уже с Берти. За такую игру может наказать и второй раз. Тогда теряют очки и, ну, в общем, надежда на хорошую концовку немного подтаял. Джама. 5 полевых играет Меридиан. Главное сейчас мяч не терять. Ошибка. Ворота пустые. Сразу не пробили. А сейчас уже поздно. Пойдет последняя чистая минута. Шансы у Спиртеха на ничью отличные. Один гол нужен. Да! Затолкали всеми правдами и неправдами. Ногами, грудью и пятками футболисты Спиртеха. Мяч в ворота. Меридиан Энерго. И тайм-аут берет Меридиан Энерго. Сейчас после небольшой паузы продолжим.
Возвращаемся в игру. 48 секунд у Меридиан Энерго, чтобы снова выйти вперед. И так нужно повторить. Джама показывает, где партнеры должны располагаться. Удар штанга. Пустые ворота. Фол последней надежды. Здесь, конечно, прямая красная. Итак, смотрим штрафной. 24 секунды будет доигрывать в меньшинстве Меридиан Энерго. Здесь Бертеху можно не торопиться. Даже не стоит сразу, да, наносить удар по воротам. Все через передачи. Фактически эту атаку нужно доводить уже до конца. Ну, почему никто не идет в штрафную? Вообще никого нету в штрафную. Ни одного игрока. Удар, добивание и сейв. Итак, 4 секунды до конца. Все, разобрали сейчас. Арбитры, хронометрист. 2 секунды до финального свистка. Время на пас и удар. Плохо разыграли угловой, но потом в записи посмотрят, поймут, что было не так. 2-2. Thank you.